Ребят, всем доброе утро. Посмотрите, какое у нас утро, как у нас начинается новый день. Сегодня воскресенье, 22 марта. И вот к нам пришла, наконец, зима. Мы ее так долго ждали, и вот она у нас есть. Смотрите, небо чистое, красивое и снежок. Я думаю, что он долго не пролежит, а скоро растает. Тимочка с самого утра решил собирать картину. Тимочка, сядь ровно. Спинку сделай ровную. Я ему вчера купила вот такую вот картину. Тимочка, покажи, какую. Что там была? Вот эта вот рамка? Да. Вот. Вот такой вот грибочек, мухомор. А тут сколько цветов? Ну, здесь 11. 11 цветов. Вот, вот такая вот коробочка. Что-то зашла я в магазин, а Тима просил мозаику именно круглую, чтобы круглые стразики были. Вот, вот нашла, увидела вот эти вот круглые стразики, поэтому купила. В ней в комплекте уже даже шла вот такая вот рамочка. Так что можно будет повесить потом на стену. Мы повесим наш мухоморчик. Или поставим, но, скорее всего, повесим на стену. Вот, Тимика, еще одна работа. Это он складывал такого маленького тигреночка. И еще на кухне одна висит. Еще на кухне, потом покажу. Ну, а мы тут уже собираемся, тоже поедем. Еще смотрите, вот это вот яйцо, которое я купила в фикс-прайсе, уже вот раскрылось, и там кто-то уже вылупляется, да? Надо сейчас его полить. Полить еще? Ну, немного, вот сюда примерно. Угу, ну ясно. В общем, вот такие дела. Вышли, ребят, мы уже из дома. Смотрите, я сегодня обула, конечно, вот такие вот легенькие кроссовочки. У нас сегодня снег. Ну, в принципе, я посмотрела даже на температуру. Минус 3 градуса у нас сегодня. А я обула вот такие вот кроссовочки. Надеюсь, я не заболею. Вот, что-то я, наверное, рискнула очень сильно. Ну что, ребят, я опять в магазине. Смотрите, какую красоту я нашла. Это новая фирма Skechers называется эта фирма. Я никогда про нее не слышала. Это американская фирма. И вот такие вот кроссовочки. Есть в розовом цвете. И есть вот такие вот в бежевом цвете. Ну вот я думаю, что... я вас думаю, что все-таки я остановлюсь на бежевом цвете. И под пальто подойдут, и под курточку. Как вам? Напишите. А как вам такая? Смотрите, какие кроссовочки. Беленькие. Тоже Skechers. Я даже не знаю, какие мне выбрать. Я вот думаю, между бежевыми и беленькими. Наконец-то, ребята, мы купили обувь. Боже, я так рада. Потом дома покажу, что мы в итоге купили. Сейчас в торговом центре. И стоим, выбираем. Вот, мы очень любим точку вот эту синнамонов. Выбираем. Мы уже заказали, сели кушать. Вот такие вот маленькие взяли мини-боны. Тимочке лимонад какой-то. Лимонад со вкусом малины и маракуйи. Я себе взяла вот такой вот кофе. Капучино. Так что всем приятного аппетита.
себе я купить вот такую вот беспроводную подзарядочку. Она у нас 95 рублей стоит. Не знаю, когда она будет у меня. А вот есть подзарядка, которая заряжает и наушники, и телефон, и Apple Watch. Все вместе. 169 рублей. Что мы тут? Какие мы тут? Какой чехольчик? Где тут телефон? Вот мой X. 169 рублей. Представляете? Оригинальный. 169 рублей. Яндекс-станции что-то сейчас все стали приобретать. Ну, пойдем. Пойдем. Уходим. Надо быстренько еще купить продукты. Идем сейчас в сам гипермаркет. Очень большой список, чего надо купить. Так что идем. Зашла я еще в Крафт. Хочу понюхать одну водичку. Но сейчас очень часто идет реклама. Вот если я ее найду. Так, она, конечно, будет не здесь. Вот это очень вкусная водичка. Hugo Boss. Вот такая вот. Она получается сейчас 209 рублей, конечно. У меня такая водичка вообще супер. Хочу новую водичку понюхать от Dior. Вот эта водичка вроде бы вот такая вот. Хочу попробовать. Или вот такую вот водичку из Dior. Ребята, классная серия водичек. Вот этот вот Gucci. Новинка тоже, такие свежие запахи. Вот стоимости. Вот такая вот новая Gucci какая-то появилась, я не видела. И вот такая Gucci. Но стоимости просто бомбические. Вот эта мужская новинка. Вот такая стоимость. Ну, вот это уже были. Наконец, ребят, я дошла до продуктового отдела. Сейчас на акции у нас вот такое молочко. Могу сказать, что очень хорошее молочко. Тоже очень много хороших отзывов. Поэтому попробуйте для умывания. Вот Силя Дак. Очень интересно. У нас сейчас на акции. Ребят, у меня сейчас задание номер один. Это найти мужа. Видео подходит. Привет, это я. Я его отправила. Сама, как вы видели, я в Крафте зависла. Все, задание выполнено, нашла я мужа. Я тут еще кое-что докупила. Вот это масло было на какое-то одно последнее на распродаже. За 3,16, 84%. Не знаю, я такое никогда не брала. Возьмем. Все, пошли. А где ребенок? Ребенок отдыхает, кстати. Где он отдыхает? Пойдем, покажем. Сахар нам не надо? Андрей, мы же закупили стратегический запас. Ребят, появились вот эти вот шоколадки. Правда, берите. Очень вкусные. Шоколад горький с малиной. Очень вкусные шоколадки от нашей фабрики «Коммунарка». Вот я возьму две шоколадки такие. И еще такая шоколадка горький с миндалем. Тоже вкусненькая. Так что, если вдруг будете видеть в вашем городе вот такую шоколадку, не сомневайтесь, берите. Очень вкусные. Так, я взяла вот три шоколадочки. Все, мы идем на кассу. Все купили. Так, взяли туалетные бумаги, конечно же. И пойдем на кассу. Ну что, пошли, Тимочка? Папа нас догонит, если что. Да? Пойдем, вот у нас. Целая корзина, как всегда, получилась продуктов. А магазин, видите, полупустой. Особо много народа нету.
Касса не работает, Тимка, там. Давай, другую переведем. Подождем папу. Смотрите, ребят, какой ягуарчик. Из магазина. Муж говорит, что вот здесь вот как-то на кнопочку нажимается, и дверь открывается, да? Ну, да. Потому что там ручки такие интересные. Смотрите. О, какой красавчик. Из магазина. Почему из магазинчика? Так, видишь, ой, прямо полетел. Это же вообще. Когда у меня будет такая машинка? Папуся, а чего она пикает? Кто-то отстегнут. Кто отстегнут? Ты, наверное. Я пристегнута. Ой, точно, я не пристегнулась. Сори. Такое редко бывает. Да? Ладно, сейчас буду пристегиваться. Все, ребята, мы вернулись уже домой. Наконец-то можете нас поздравить. Я сделала это. Я купила себе обувь и мужу обувь. Вот два пакета у нас получилось. Вот это моя обувь. Еще по акции было очень выгодное предложение в магазине спорт. Какой-то спортмастер, ну не спортмастер, но там, где много-много разных моделей обуви, там и Reebok, Nike, Adidas, и вот там было 1+1, одну обувь берешь, вторая в подарок. Потом вам покажу, что именно мы купили. Конечно же, купили туалетную бумагу, и тут быстренько буду вот раскладывать, заодно буду вам показывать багет. Дальше доширак. Это папа захотел себе доширак. Это я вам рассказывала. Шоколадки очень вкусные. Вот эти вот коммунарка. Дальше опять доширак. Опять доширак. Не судите строго, но я сама обожаю, конечно, доширак. Он всегда так соблазняет. Так, это папа купил кофе на работу. Это чай какой-то себе на работу тоже купил. Это еще чай купил на работу, Эрл Грей. Так, секунду. Такой кофе на работу. Они там, получается, по очереди складываются. И, ну, у них своя там очередь, покупают кофе. Деткам купила вот такую вот морковь по-корейски. Это у нас Биг Бон. Это Кирилл попросил ему Биг Бон. Дальше вот такой вот морс решила попробовать, никогда не покупала. Молочко, кефирчик 3,6%, яйца. Так, все, первый пакет закончен. Так, вот он второй пакет. Салат взяла, еще один салат. Обычный батон, печенье вот такое было, кстати, на скидке, еще одно, два печенья. У нас вообще это все так быстро уходит. Зефирчик такой типа, сырки породные, как обычно. Дальше помидоры черри, хочу сделать салатик с кускусом, с зеленью, с помидорами черри. Вот с перцем красным. Вот. Обычные вот такие помидоры. Масло. Так, вот у нас такое масло. Такое масло. И еще масло. Дальше сметанка. Дальше кефирчик. Хлеб вот такой вот мак. С курагой и семечками. Авокадо было очень по выгодному предложению. Сразу в упаковочке запасованное. Вот, между прочим, вот это вот очень вкусное авокадо. Оно сразу готово к еде. Видите? То есть не надо ждать, пока оно полежит. Оно мягенькое, хорошее. Обращайте внимание, вот это очень хорошее авокадо. Красный лук. Хлеб. Мандарины. Были какие-то очень красивые мандарины. Это в нашем магазине Green. Я взяла чеснок.
творог. Вот. Еще один творог. 5%. Огурчики. Яблочки. Лимон. Лимон. Этот у нас лук остался. И банан. Все. Вся эта покупочка нам обошлась в 118 рублей. И вот в магазине Green началась новая акция. Клеиваешь типа наклеечки, и тебе будет на 50% как бы товары. Вот я уже вклеила первую наклеечку. Надо будет посмотреть, что тут. Вот такая закупочка у нас получилась. Сегодня буду готовить очень быстро. То есть все такие рецепты по-быстрому, потому что времени абсолютно нет. Уже начистили картошку, и вот у меня есть такой пакетик магии для румяной картошечки. Поэтому, думаю, быстренько порежу ее на противень и вот с этой вот штучкой сделаю. Потом покажу, как это будет выглядеть. Ну вот так выглядит картошечка. Вот я ее порезала, получается, дольками вот такими вот. Уже замариновала. Еще у меня будет курица. Тоже промыла, пока лежит в водичке. И тоже сделаю я вот с таким вот пакетиком. То есть у нас сегодня ужин будет очень простой. Не судите строго из таких вот пакетиков, потому что времени абсолютно нет. Фу, ну что, ребят, я вот только съела выпить кофе. Вы не поверите, сейчас на часах 19 часов 47 минут. И я вот только сейчас съела выпить кофе. Открыла вот такие вот печеньки. Мини 7 days. Детям нравится, мне, в принципе, хорошо. И хотела вам показать вот эту вот шоколадку. Вот эту вот, которую я купила. Вот какая она в разрезе. Вот, видите? Так. Тут, получается, реальные кусочки засушенной малины. И вот такой вот горький шоколад. Вот, смотрите, сколько кусочков малины. Очень вкусная, правда. Всем советую. Быстренько вам, ребят, покажу, что в итоге у нас получилось. Вот такая картошечка получилась. Уже Даник ее ел. Так что вот такая вот у нас дырочка. Вот. И в духовку я уже отправила курочку. Ну, курица, как обычная курица, вот в таком вот пакете. Так что вот такой вот у нас будет ужин. Ребята, я же вам чуть не забыла показать обувь, которую мы купили. Я же обещала показать, значит, я покажу, потому что я знаю, я очень часто смотрю разных блогеров, которые говорят, вот я вам покажу, распакую, и в итоге ничего не показывают. Я знаю, как это неприятно, поэтому раз я обещала вам показать, значит, я покажу. Так, вот такие вот кроссовочки в итоге я себе купила. Это фирма Skechers, американская какая-то фирма. Я про нее даже особо не слышала, но мне просто понравился их внешний вид. Я их как увидела, померила, и вот мне так было удобно, поэтому вот я купила себе вот такие вот кроссовочки. Дальше мужу купили вот такие вот кроссовочки. Найки, это зашли мы в другой магазин, там, где акция была 2 по цене одного. Поэтому вот мужу купили такие кроссовки. И сейчас покажу, какие сыну купили, старшему. Так, и вот старшему Данику тоже в такой коробке. Тоже решили купить Найки. Вот такие. Сейчас поставлю. Тоже мне очень понравились, они, получается, все на лето, такой вот летний вариант с такой сеточкой, как тканевые, поэтому на лето будут очень хорошие, на
туалета хороший вариант. Такой вот легенький. Вот такие были у нас покупочки. Сейчас, ребята, уже 11:30. Поэтому я уже пойду монтировать влог, монтировать видео. Спасибо, что были с нами, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами встретимся в следующем видео. Всем пока!